Чукак, с вами Камрад. Скажите, что вы знаете о братьях Флейшерах? Об их ротоскопе и анимации? Ничего? Ну вот и я до недавнего времени ничего не знал. А это все потому, что их работы и они сами были в тени из-за успеха и славы Уолта Диснея. И сейчас что Макс, что и Дэйв Флейшер являются невоспетыми героями американской анимации. Ну так вот, сегодня пришло время восполнять этот пробел. Дамы и господа, Флейшеры. Пионеры-изобретатели. Майер Макс Флейшер, зачинщик, изобретатель и создатель графической анимации, родился 19 июля 1883 года в Кракове, королевстве Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрии. Как и в жизни его современников тех лет, его родители эмигрировали в Штаты. И пока он рос в Нью-Йорке, у него появились братья и одна сестра, которые в разные периоды времени будут совместно работать на его студии. Пройдя обучение в художественной студенческой лиге, поработав карикатуристом, фотогравером, а также редактором научно-познавательного журнала Popular Science Monthly, он врывается в анимацию. Работая в Popular Science Monthly и публикуя там иногда технические статьи о новейших изобретениях, я начал задумываться, а нет ли возможности приложить кое-какие механические изобретения к анимации и делать некоторые процессы с помощью машин. И эта задумка побудила создать и запатентовать в 1914 году ротоскоп. Идея была элементарной, чего не скажешь о конструкторском решении. Камера покадрово проецирует натурное изображение на просвет для дальнейшей обводки на бумаге. Затем поворотом ручки аниматор продвигает пленку на один кадр, чтобы появилось следующее изображение для перерисовки. Такая техника давала получить жизнеподобные движения у мультгероя и почти полную реалистичность. Таким образом, первый интерес к анимации у Флейшера стали не художественные увлечения, а именно механика из чернильницы. Ротоскоп изобретен, пора экспериментировать. Во время визита Флейшера на студию Paramount он случайно встречает у входа Джорджа Р. Брея, и тот показывает свои первые анимационные наработки. После этого он заказывает ежемесячные выпуски анимационных фильмов, которые будут входить в киножурналы студии. Так, осенью 1919 года вновь продолжилось создание серии короткометражек из чернильницы. Прототипом клоуна Коко стал его младший брат Дэйв Флейшер. Во время создания была какая-никакая командная работа. Дэйв гримировал себя под клоуна и надевал сшитую пижаму с большими пуговицами и колпак. Джо занимался наладкой аппаратуры, а Макс был и соперником Коко, и режиссером серии. Плавные движения Коко цепляли зрителей тех лет. А сам герой каждый новый эпизод появлялся либо из чернильной кляксы, флакона с чернилами, короче, как угодно. И тот начинал взаимодействовать с попавшимися предметами. Но если Коко был самым настоящим анимационным человечком, то вот фаны представляли из себя черно-белые фотографии. Даже несмотря на то, все это только что в копилку создателям. К слову, монтажом также занимался Дэйв. Этот опыт он получил после работы на British Pathé и на службе в армии. На этом нововведения не заканчивались. После ротоскопа новым изобретением Макса стал ротограф. Он дополнял ротоскоп тем, что давал более гибкие возможности в комбинированных съемках. В этой вариации ротоскоп проецировал покадрово натурные изображения уже на матовое стекло для того, чтобы поверх него поместить целлулоид с рисунком. И только после этого производилась съемка камерой. Так, следующие эпизоды из чернильницы стали гораздо динамичнее. Начали появляться спецэффекты, и действия происходили уже за пределами кабинета студии Флейшеров. Позднее братья отказались от ротоскопа и вместо этого начали использовать модельную технику слэш, придуманной Раулем Барре. Данная техника, представлявшая из себя контуровку на бумаге, сохраняла элементы персонажей и фона в неподвижном состоянии. Оператор вырезал эти элементы и накладывал их на фазы, заполняя недостающие изображения. И только после этого картина помещалась под стекло и снималась на пленку. Цикл из чернильницы славился своими представлениями Коко в начале каждого эпизода, гэгами и трюками Дэйва Флейшера. Впоследствии он же и становился режиссером следующих выпусков, а также новых анимационных циклов в следующем десятилетии. При создании новых эпизодов Дэйв работал со штатом аниматоров над построениями новых трюков. Все делалось на неформальной основе, без наличия раскадровок. И ввиду отсутствия цельного сценария, аниматоры могли растягивать или сокращать хронометраж будущей картины по своему желанию. На протяжении всех 20-х годов цикл «Из чернильницы» все так же демонстрировал сильные и слабые стороны. Но несмотря на это, попадались и хорошо сделанные эпизоды, и даже шедевры, хотя в них отсутствовала игровая часть. Ну а что же было дальше? Made of pen and ink, she can win you with a wing. Yahoo! Ain't she cute? Sweet Betty. А вот с этой прекрасной дамой получилась очень интересная история. В начале 30-х годов, пока Макс Флейшер с командой создавали заказные образовательные короткометражки, наступила эра поющих мультфильмов. Но раз в кинематограф пришел звук, почему бы не появиться песня в картинах?
открыв собственную студию на том же Бродвее, наладилось производство серии цикла «Talk Cartoons». Paramount восприняла новинку с энтузиазмом и обеспечила ей широкую рекламную кампанию, а в сериях, помимо Коко, стали появляться новые герои. Так, одна из новых звезд, песик Бимбо, в первых сериях постоянно менялся в образе, совершенно не похожий и не подражавший манере поведения Микки Мауса, что было исключением в то время. Он не смог завоевать сходную популярность. Одной из причин было отсутствие у него романтического увлечения. Нужно было исправлять такое упущение. И так в одном из эпизодов появилась странная антропоморфная собачка с круглыми глазами-блюдцами и стройными ногами, но пока без имени. Нарисовал ее ветеран студии Grim Natuik по образу американской певицы Водевиля Эллен Кейн. Никто в то время, кроме него, еще не мог создавать женского персонажа почти с реалистичной фигурой. Чуть позже Дэйв Флейшер в 1932 году доработал героиню, сделав ее гораздо сексуальнее, а свое имя, Бетти Буб, она получила после эпизода «Лентяйка Минни», созданного на основе песни шоумена и певца джаза Кэба Кэллоуэя. И выпуск нового цикла анимационных фильмов с ее участием начался уже летом того же года. Решение сделать Бетти самостоятельным персонажем вылилось в оглушительный успех. Мультипликаторы студии создали девушку эпохи, придав ей особые манеры движения и неприкрытую сексуальность. А ее особенности опережали время. Откровенные наряды, флирт, эротичность, навеянные эпохой джаза, проскакивающий сюрреализм и смелый юмор захватывали взгляды, по большей части, взрослой аудитории. Джаз сыграл большую роль в мультфильмах с Бетти. В цикле со своими композициями выступали ведущие джазовые исполнители. Луи Армстронг, Кэб Кэллоуэй, Этель Мерман, Руди Велли и многие другие. А благодаря ротоскопу Кэб Кэллоуэй даже подарил свою уникальную манеру движения анимированным героям. К примеру, рекомендую посмотреть серию «Бетти Белоснежка», где его голосом запел Коко, приняв образ привидения, поющего песню «Лазарет Святого Джеймса». Просто прелесть. Мало того, что Бетти стала секс-символом, так еще и появились на экране чернокожие музыканты. Это было дерзким шагом для своего времени. Такой успех даже потеснил с пьедестала Микки Мауса. Но недолго джазовая музыка играла, и недолго Бетти свинг танцевала. Я вырежу этот бред. Не успел отгреметь суд между Flasher Studios, Paramount и Эллен Кейн, так появилась новая напасть — цензура. Точнее, принятой Американской ассоциацией кинокомпаний Кодекс Хейса. В перечне полного запрета для демонстрации сцен картин попали нагота, разговоры о сексе и даже то, что могло навести на извращение. Нет, конечно же, можно было снимать кино, наплевав на кодекс. Только вот шансы того, что фильмы попадут в прокат, крайне мал. После рокировок из секс-символа Бетти превратилась в незамужнюю женщину, поющую про добро и гуманные отношения к животным, дабы хоть как-то продлить ее век в анимации. Но стоит ли расстраиваться, когда в одном из более поздних эпизодов появился герой, чьи проблемы решает кулаками? Перед тем, как я начну рассказывать вам о мультфильмах с его участием, небольшая предыстория. Откуда появился этот лупоглазый мореход и любитель шпината? Как и у многих других проектов для экранизации, все началось с карикатур и комиксов. Элзи Крайслер Сигар создал для Fimble Theater серию комиксов о мореходе средних лет Папайе, дословно лупоглазом. Гуляет байка, что прототипом героя стал некогда бывший его знакомый Фрэнк Фигль по кличке Рокки. Несмотря на то, что его дебют был сначала эпизодичным, потому что акцент делался на второстепенных героях Оливии Ойл и Хэма Грейви, в угоду читателям Сигар решил и поменять сюжет и сделал моряка главным героем. После изменений сюжеты выпусков стали вертеться на завоевание сердца девушки Оливии Ойл и вражде с конкурентом в лице Блута. И сколько не было решения у последнего, Папай всегда выходил победителем, решая кулаками, так как был невероятно сильным. Как было сказано ранее, в предыдущих циклах анимации студии Флейшеров эпизодично появлялись герои уже следующих тайтлов. Так случилось с Бетти, и так же случилось с Папаем в эпизоде 33-го года «Я таков, как есть». Свои серии «Моряк с компанией» получили в том же году, когда братья оформили соглашение с King Features и Paramount. Кверкать и закладывать слова морехода во время озвучивания стал Уильям Костелло, подарив герою знаменитые бормотания и импровизированные диалоги. А над режиссурой работал все тот же Дэйв Флейшер. Те, кто из вас, возможно, смотрели эпизоды, наверное, помнят, что помогало Папаю раздавать звездюлины неприятелям — шпинат. Его потребность в таком допинге является той особенностью и нововведением в анимации. В комиксах Папай был силен и не нуждался в нем.
хотя в комиксе проскальзывало его упоминание. Существует миф, что появление темы шпината приписывается влиянию опубликованных в конце 19 века исследований доктора Эвана Вольфа, в которых в результате опечатки указывалось содержание железа в шпинате в 10 раз превышающее реальную величину. Ошибку обнаружили в 1937 году, когда серии вовсю стали выходить в кинотеатрах. Но информация об этом открытии была обнародована лишь в 80-х годах. В первых сериях цикла авторы прощупывали свой следующий стиль, отказываясь параллельно от сумасбродности, присущей токартунам. И пускай что многие зрители считали, что фильмы про Папайя были ближе к комиксу, Сигер как рассказчик больше склонялся к мелодраме, поэтому автору комиксов были чужды некоторые работы и методы повествования команды Дэйва Флейшера, включая концепции. Костяками серии были драки Папайя и Блута и упорный отказ попадаться в ловушки и стереотипов. Ну, почти. По сути, происходит выворачивание наизнанку замысла оригинальных выпусков комикса. Были также серии, которые основывались на песнях Сэмми Тимберга и Сэмми Лернерна. Прибегали даже к технике Technicolor, когда была в то время полная монополия технологии со стороны Диснея. Цвети также успели выпустить и несколько серий с Бетти Буб. Ну так, к слову. К наиболее ярким примерам применения цвета в сериях можно отнести эпизоды «Моряк Папай встречает Синбада-морехода» и «Моряк Папай встречает Али-Бабу и его 40 разбойников». Первый фильм может похвастаться прекрасной анимацией, а второй — песнями и каким-никаким тщательно продуманным сюжетом. В этих же образчиках местами можно было увидеть трехмерную анимацию. На дворе были 30-е-40-е, а тут такая услада глазу. Впоследствии было снято еще несколько серий про Папайя. Но уже таких крутых эффектов наподобие 3D уже не было. Последним эпизодом от флейшеров стал «Детка хочет военный корабль» 1942 года. В начале тех же 40-х годов студия Флейшер входит в состав Paramount и переименовывается в Famous Studio. После работ над Бетти Буб и Папаем, команда аниматоров вместе с Максом и Дэйвом Флейшером на фоне успеха Диснея и его Белоснежки решается на создание своих полнометражных картин, применяя свои же проверенные техники и изобретения, с которыми они пришли в анимацию. Но несмотря на все потраченные ресурсы и силы, все это сыграет с ними в злую шутку. Историю о том, как флейшеры рискнули на создание своих полнометражек и над первой экранизацией комикса про Супермена, вы узнаете скоро, в одном из будущих роликов, если вы, конечно же, проявите свою активность. А пока я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам была интересна первая часть моего исторического экскурса об анимации Макса и Дэйва Флейшеров. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вы также можете поддержать канал донатом или подпиской на Boosty. Вот такие дела. Не скучайте!